Доброе утро. Предлагаю этот день провести с нами. Мы едем в сервисный центр на ежегодное техобслуживание нашей машины. Сегодня обещали дождь в Москве. Посмотрели по Яндекс.Картам погоду. В течение 2 часов вроде не обещали дождя. Красиво все-таки вот эти голубые ели смотрятся. А вот эти 2 дерева просто влюбленные. Как они переплелись. Смотри. Да. Смотри, прелесть. А вот здесь Волжский бульвар. Такое приятное место, много деревьев, скамеечки для отдыха. Ну вот, подъезжаем к техцентру. Сижу пока. Здравствуйте. Доброе утро. Ну вот нашу машину упаковали в целлофан. И сейчас везут на техобслуживание. А пока есть время, посмотрим новые машины. Ох, красавица. Ну-ка. С этим пакетом. Ну как? Удобно? Мне кажется, наша больше. Как у нас багажник по размеру. Такая цена. Да, вот это поменьше размером. Но она стоит подешевле. Красная тоже красивая. Цвет такой перламутровый. А мне это тоже нравится. Это самое дешевое получается? Давай посмотрим, какие ручки красивые. 1 100 1 199. А это синяя. Тоже красивый цвет. Пока машина на техобслуживании, решили немного прогуляться. Березы все желтые. Еще с прошлого года мишура висит. Институт управления и права. Какая ель громадная. Голубая. А вторая зеленая. Как хорошо видно на контрасте. Тоже красивая дыша с шишками. А вот эту забивает тополь. Он большой, сильный, мощный. Какой-то храм. Деревянный. У нас изначально был такой же деревянный. Но он и сейчас есть. А рядом строят, я показывала, громадный каменный.
ходили-ходили и дошли до рынка, строительного рынка Люблинское поле. Может быть, туда зайдем, посмотрим что-нибудь. Зайдем. Давай зайдем. Наверное, надо идти в женский рай. Камины. Находимся мы в магазине Люблинское поле, торговый комплекс Люблинское поле, люстры класса люкс. Люстры класса люкс. Итальянские люстры. Ценам, скидки, вот, и не только, да, девочки, люстры, еще и всякая красота. Типа вот такой. Люстры, конечно, тут роскошные. Что и говорить. Медвежата тут везде разбросаны. Красивые цветы, какие искусственные. Бумаги, как живые. Белый камин. Веточка стоит 1190. Услада для взора. А это искусственные, да? Да, конечно. Ой, какие хорошенькие. По 610 рублей? Да. Они да. Там по-разному. Они все в одну цену? Они по-разному. Ой, как живые. А какая красота. Для любителей роскоши. Какая красивая, что-то типа елочки новогодней. Тут цветы, конечно, искусственные. Так, эвкалипт, ветка 590 рублей. Магнолия 970. А этот винтажный букет в вазоне стоит 11200. Красиво, красиво, все безумно красиво. Какой олень, боже мой. Ой, какой красивый. А, позвонили из сервиса, идем забирать машину. Возвращаемся домой. А это наш рыжик. Его приютила одна женщина. Он долго был бездомным. Ну, хотя он всегда гуляет, когда захочет, сам по себе. Она его кормит, лечит. А самой-то уже за 80. Дай бог ей здоровья. Летом он у нас немножечко такой худенький. А зимой это такой шарик катается. Рыжик, рыжик. Посмотрите на него. На его блаженную морду. А вот и Муся. А эту Муся приютила еще одна пенсионерка. Вот она, Муся. Мы дома, а этот что-то один глазик прищуривает. Малыш. Ну. Что? Вот этот вот левый глазик.
Следы преступления. Опять оторвал туалетную бумагу и ест ее. Я уже сварила компот из красной смородины и слив. И отварила печень, морковь, репчатый лук и одну картошку. Буду делать печеночный паштет. И все эти отваренные продукты пропускаем раза два-три через мясорубку. Солю. Перчу. Как следует размешиваю. Если мне кажется, что паштет получился суховат, то я добавляю немножко бульона, в котором все это варилось. Раньше в паштет я пережаривала лук с морковью. Теперь я так не делаю, прокручиваю все отварное. Если вдруг захочется чего-то повкуснее, все очень просто. Намазываем маслом. И сверху паштетом. Я показала лишь маленький кусочек нашего воскресного дня. Ну а на этом я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. До встречи.